получилось очень вкусное, сытное блюдо. Готовить его очень просто. Добрый день или утро всем, кто зашел на мой канал. Хочу предложить вашему вниманию рецепт приготовления гречки с курицей. Для приготовления такого блюда нам понадобится гречка 1 стакан, куриное мясо грамм 300-400, томатная паста, у меня домашняя, 2-3 столовых ложки, 1 средняя луковица, у меня вот здесь 2 небольших моркови, пару зубчиков чеснока, соль, перец по вкусу и 2-3 столовых ложки растительного масла без запаха для жарки. Гречку надо подготовить, промыть и просушить на сковороде, смазанной растительным маслом. Подготавливаем лук. Режем его на мелкие кусочки. На разогретую сковороду наливаем растительное масло без запаха. Выкладываем лук. Морковь натираем на крупной терке. Лук у нас немного обжарился. Добавляем морковь. Перемешали и обжариваем все вместе. Лук с морковью немного обжарили. Добавляем мясо. Перемешиваем. И будем обжаривать все вместе. Прошло время. Курочка хорошенечко прожарилась. Стала красивого цвета. Добавляем томатную пасту. Я добавлю буквально где-то 1,5 ложки. Перемешали. Добавляем перчику по вкусу. Соль. Теперь можно выкладывать гречку. Равномерно распределяем гречку по сковороде. Заливаем гречку горячей кипяченой водой. Вода должна немного прикрывать мясо с гречкой. Полностью заливать не надо. Накрываем крышкой и будем тушить до готовности. Тушить надо на медленном огне. Готовлю обычно я до тех пор, пока жидкость не испарится и гречка полностью разварится. Выкладываем чеснок. Я его потерла на мелкой терке. Перемешиваем. Выключаем газ. Кому понравился мой рецепт, готовьте на здоровье. Ставьте лайк, палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю, как всегда, всех благ, здоровья, всего доброго и до свидания.